Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Алексей Талалаев, я пианист. Сегодня мне поступило несколько вопросов на электронную почту от Юрия Вячеславовича, коммуниста из Москвы. Вот, в частности, он спрашивает о том, почему он не может со своего YouTube-канала задать вопросы президенту США, почему не показывают российские фильмы и сериалы в прокатах США, в кинотеатрах. Не озвучивают их и не переводят на английский язык и не показывают. Я не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос, мне кажется, что вам лучше задать его руководству Соединенных Штатов Америки. Потом был еще один вопрос. Алексей, скажи, пожалуйста, перечисли, какие конкретно суммы получает Мосфильм и другие кинокомпании России из бюджета. То есть им перечисляет правительство, ну, какие там счета, какие именно суммы приходят. Почему лидеры парламентских фракций не говорят, о каких суммах идет речь. Какие суммы гонораров получают актеры и после проката какие получают? Сравнимы ли они с доходами актеров США после проката фильмов? Таких кинокомпаний, как Columbia Pictures, Warner Brothers, Sony и так далее. TriStar. Что я могу ответить по поводу того, кто прячет карманы и кто сколько получает? Насколько я знаю, Карен Шахназаров много раз по списку в программе у Соловьёва шоу озвучивал эти цифры. Ему уже это надоело делать. Поэтому, если это вы пропустили, посмотрите на YouTube. Если вам интересно, если вам никто не говорит, то вы работаете в распределении бюджета, да, перечисляете, вы знаете, какой бюджет вы приняли и какие расходную часть бюджета составляют какие траты, да, какие направления. Там армия, дивизию Дзержинского сколько уходит, там добавить, убрать, не должен же солдат рядом с вами стоять и направлять на вас оружие, чтобы вы отчеты какие-то давали кому-то, вы же парламент. У вас же понятно, кто кому подчиняется, дивизия Дзержинского, или они вам, или вы им. Вот он еще спрашивает конкретный вопрос. Сколько получает актер, сыгравший Веноме Дэна Матудова во втором? Сколько он получит за эту роль второго плана, второстепенную? Я откуда могу знать? Я знаю, что голливудские актеры никогда не прячут карманы, да, и как и сфера искусства, например, Гергиев и так далее. Это они же не пещерные люди. Поэтому все по декларации, или так можете задать вопрос. Оно в прессе пишут, сколько эти актеры получают. Всего доброго, спасибо, до свидания. Я не думаю, что речь идет о больших суммах.